Ребята, всем здравствуйте! Добро пожаловать на новый видео ролик. Лайк, подписка, колокольчик. С вами я, Андрей Сухин. И это Euro Truck Simulator 2. Я нахожусь возле автосалона Renault. Моя Renault T. Старая, которая выходила 2000, вроде как, 19 года. Даже в Стиме было обновление. И потом я увидел, что появился новый грузовик Renault T. Вот такой. А затем уже в 2021 года, если я не ошибаюсь, появилась новая Renault T и грузовик. Но уже получается как рестайлинг, и на ней уже новые фары. Ну, а теперь мы смотрим на новый грузовик Renault T. Я пока что не знаю, как он будет выглядеть. Но я думаю, что будут фары от новой Renault T, что она будет электрическая, но при этом уже синей тканью закрыта. Получается, что сегодня 8 апреля и 8 число. А завтра будет 9 апреля и 9 число. И как я слышал, что данный вот этот новый грузовик выйдет 9 апреля. Получается, я сегодня 8 апреля и 8 числа записываю данный видеоролик, а завтра он, получается, выходит. Получается так, что ли? Даже как-то любопытно и интересно, как он будет выглядеть. Это раз. И во-вторых, мне интересно, как он и чем он будет заправляться. В общем, друзья, вот такой видеоролик. И будем ждать новый грузовик и Renault T. Ну и в следующем, друзья, ролике услышимся. И пока-пока.